Привет всем! Наш туториал на сегодня Toebounce. Сначала подготовка, а тебе желательно, но не обязательно, чтобы делать Toebounce. Как обычно, мы разберем движение пошагово, и в конце я покажу вам несколько маленьких трюков. Мы набиваем мяч и используем нашу ведущую ногу для Toebounce. Мы уже в середине трюка. Приблизительно, как мяч будет максимально высоко, мы подводим ведущую ногу под мяч и одновременно мы проводим неведущую ногу над мячом и поднимаем носок ведущей ноги. Мяч возвращается вверх и мы совершаем как бы АТВ с неведущей ногой. Отлично! Еще раз, но немного быстрее. Мы набиваем мяч и одновременно Toebounce ведущей ногой и АТВ с неведущей ногой. Сейчас несколько советов, которые помогут тебе в начале. Начни с мячом в руках, брось его на пол и попробуй распределить время. Как только ты почувствуешь себя уверенно, начинай трюк с набивания, так как, по моему мнению, так будет легче сделать трюк. На этом все. Если тебе понравилось мое видео, ставь лайк и подписывайся на мой канал.